начала пандемии в Краснокамском районе вакцинацию от новой коронавирусной инфекции полностью прошли 9982 человека. На сегодняшний день в Центральной районной больнице в наличии более 2500 доз. Работают 4 стационарных пункта, где любой желающий может сделать прививку. Напоминаю, что у нас работают 4 пункта вакцинации от COVID-19 и гриппа. Это поликлиника номер 1, село Николо-Березовка, поликлиника номер 2, село Куяново, ВОП Новонагаева, фельдшерский акушерский пункт села Раздоле. Желающих привиться становится больше, поэтому администрации района было принято решение об открытии специализированных пунктов вакцинации для людей старше 65 лет. 13 и 20 ноября он будет работать в селе Николо-Березовка по адресу улица Карла Маркса, дом 5, кабинет номер 1. 17 ноября в селе Куяново по адресу улица Цветочная, 3 и деревня Редькина на улице Ленина, 57. Режим работы с 10 утра и до часу дня. Анастасия Тимирбаева, информационная программа «Время новостей».